Мы почитаем Тебя на этом месте. Мы поклоняемся Тебе, как Твой народ, как избранные Твои, освященные Твои, прощенные Твои. Сыновья и дочеря Твои пришли поклониться величию Твоему. Как Ты велик, Господь, как Ты могущественен, великий Бог Отец. Господь Иисус, наш Царь и Спаситель, достоин Ты чести и хвалы. Это не просто слова, это слова, которые идут из нашего сердца к Твоему сердцу, Отец. И Ты, Дух Святой, здесь. Мы так благодарны Тебе, наш драгоценный друг, наш друг, наш Господь, наш советник, наш учитель, Дух Святой. Мы хотим сказать Тебе несколько слов, Дух Святой, что мы любим Тебя. Все, что в нашей жизни есть, со дня нашего покаяния, все благодаря Тебе, Дух Святой. Ты однажды привел нас к Иисусу, и Ты с этого дня никогда не оставлял нас. И эта церковь построена Тобой, Дух Святой. Поэтому она стоит крепко, не поколеблется. Аллилуйя! Дух Святой, мы благодарны, что сейчас здесь. Ты здесь. И мы молимся, чтобы Ты сейчас прямо касался людей. Исцелял, восстанавливал. Прямо сейчас готовил их сердца к Слову, чтобы это Слово не было просто лекцией какой-то, но чтобы оно касалось сердец. Во имя Иисуса оно меняло жизни, освобождало, освобождало, приносило радость, приносило свободу, приносило любовь, жизнь людей, Господь. Чтобы Твой народ сегодня выкинул это ярмо, освобожденный вышел отсюда. Мы полностью отдаем в Твои святые руки все это время и благодарим Тебя, что Ты здесь сейчас. Во имя Иисуса Христа, наш драгоценный Господь. Аминь. Воздайте Богу славу. Аллилуйя. Аллилуйя. Как прекрасно быть дома. Пастор Олег мне говорит, не говори, что ты гость. Ну, я дома, значит. Я дома. Надеюсь, что краснодарцы не слышат сейчас, но когда я приезжаю сюда, через 3-4 дня у меня ощущение приходит, что я никогда отсюда не уезжал. Кто меня не знает, я жил здесь 10 лет, и потом церковь была передана моему брату Олегу, и сегодня я наполнен радостью, что эта церковь, она растет, расширяется, распространяется, укрепляется. Я очень рад, и я хочу поблагодарить пастора Олега и Марину за эту прекрасную работу. Аллилуйя! И всю команду служителей. Вы знаете, дорогие братья и сестры служителя, если хотите быть благословенными, будьте верными. Потому что верный человек богат благословением. Нету ничего страшного не быть верным человеком. Будьте верными Богу, будьте верными пастору. Вот две вещи, которые если будете делать, вся ваша жизнь состоится. Я уверен в этом. Поэтому да благословит вас Господь. Присаживайтесь. Слава Богу. Я ехал сюда с одним словом, дорогие, но Бог дал мне другое слово. Прямо четко проговорил. Говори об этом. Не знаю почему. Может, попозже узнаем. Поэтому внимание на экран. 2 минуты. Посмотрим ролик. Коп-убийца или жертва ошибки? В 2018 году в США огласили приговор бывшей полицейской, которая случайно застрелила своего соседа. 31-летняя Эмбер Гайгер перепутала квартиры, подумала, что в ее жилище вторгся преступник, и открыла огонь на поражение. На заседании слезы на глазах были и у родных погибшего, и у судьи. И судья оглашает приговор 10 лет вместо 28, которые требовали прокуроры. Приговор уменьшают, учитывая обстоятельства и полное и искреннее раскаяние убийцы. Я чувствую себя ужасно. Я живу и каждый день
Прошу прощения у Бога. Ненавижу себя каждый Божий день. Не заслуживаю шанса быть с моей семьей и друзьями. Пистолет на самом деле убил меня. Жан Батем вырос в Сент-Луисе и учился в христианском университете Хардинга. Он часто проводил богослужения в кампусе. В тот роковой вечер Жан смотрел телевизор и ел мороженое, не подозревая, что его жизнь сейчас оборвется. По словам Эмбер, выстрел был самозащитой. «Я думала, что кто-то зашел в квартиру и собрался убить меня». Офицер испугалась постороннего в квартире и совершила необратимую ошибку. Выступая в суде, брат погибшего, Брант Джин, заявил, что простил Гайгер и потом сделал невероятное. «Я знаю, что если вы придете к Богу и попросите Его, Он простит вас. Я говорю за себя, что я люблю вас, как и всех людей. Я лично хочу лучшего для вас. И уверен, что мой покойный брат Ботэм также хотел бы лучшего для вас, в том числе и того, чтобы вы отдали свою жизнь Христу. Я не знаю, возможно ли это, Ваша честь. Можно мне обнять ее? Пожалуйста. Пожалуйста. Да. Судья открыла перед Гайгер Библию и прочла: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Максим сказал: «Как ты себя чувствуешь?» А я скажу: «Ты простил бы убийцу своего брата?» Вы знаете, сегодня Бог сказал мне говорить здесь, в этой церкви, о конфликтах. Говорит о непрощениях, говорит об обидах, которые сегодня, моему сожалению, очень много в христианстве. Вы знаете, недавно я пережил очень плохое состояние. Я просто вдруг начал чувствовать, что я теряю любовь к людям. Я вдруг вспомнил все, что за всю мою жизнь, сколько раз за моей спиной кто-то говорил про меня. И я вспомнил всех людей, потому что, знаете, когда мы говорим о ком-то другом, однажды тот человек об этом узнает. Кто знает об этом? Однажды он узнает. И вдруг я все вспомнил, когда-либо кто-либо говорил мне что-то, и вдруг я почувствовал, что я теряю любовь к людям. Вдруг я почувствовал, что земля уходит из-под моих ног. И мне стало страшно, потому что в христианской жизни это самое важное, что есть, это любовь. И я понял, что я не смогу с этим состоянием жить, и вдруг на второй день Дух Святой проговорил мне. Он сказал мне: «Вспомни, как ты бросал грехи». И я сказал, что однажды что-то для меня стало отвратительно. И Бог сказал, что это я сделал такое чувство тебе, чтобы тебе стало отвратительно от того, что когда-либо ты сам говорил о других людях что-то негативное. И мне стало отвратительно. И сейчас я знаю, что я стараюсь с этим, чтобы я никогда ни про кого не говорил плохие вещи. Я когда-либо, если про кого-то здесь, в этой церкви, говорил что-то плохое, простите меня. Пусть Бог очистит нас всех сейчас кровью Сына Своего Иисуса Христа. Я хочу сегодня, чтобы мы заглянули в Библию и посмотрели, что происходит. Драгоценные мои люди, однажды Бог отвернулся от Бога, и мы называем это грехопадением и отворачиванием от Бога. С тех пор человечество в больших проблемах, человечество в конфликте, человечество воюет друг с другом, потому что оно в конфликте с Богом. Страны сражаются с странами, в семьях идут разборки, муж с женой друг на друга, друзья и партнеры заказывают друг друга, люди обманывают, кидают друг друга, и потом происходит, льется кровь невинная. И вы знаете, но однажды мы приходим к Богу, и Библия говорит, что человек после грехопадения приобрел страшных 23 качества. Вы знаете, дорогие мои друзья, мы должны знать свою плоть. Почему Иисус сказал: если ты не возненавидишь свою плоть, ты не можешь быть моим учеником? Я хочу сегодня напомнить вам, что есть в нашей плоти. Давайте посмотрим, что пишет Павел. Римлянам 1:28 написано: «И как они не заботились иметь Бога в разуме,
то предал их Бог превратному уму делать непотребства так, что они исполнены. Посмотрите, всякая неправда, блуда, лукавство, корыстолюбие, злобы, исполнено зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретатели на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но делающих их одобряют. Вы замечаете, что эти вещи, они когда-то были внутри нас. Кто-нибудь скажите посмелее, кто есть, аминь. Эти вещи были в нас, но вы знаете, однажды мы пришли к Господу. Писание говорит, что придя к Господу, мы должны умереть для плоти и жить в духе. Но знаете, к сожалению, в Царстве Божьем продолжаются конфликты. И мы периодически видим, что из этих качеств какой-то да и вылезет. Да? Бывает ли только у меня такое? Какой-то да и вылезет. И причина является то, что многие люди в конфликтах, они проявляют в себе очень хорошую милость. Вы знаете, мы такие милостивые себе, мы так красиво себя защищаем, да? Есть такое, да? И мы являемся очень хорошими адвокатами и судьями для себя. Вы знаете, я хочу сказать, что мы должны сегодня принять решение уволить нашего адвоката, который вечно нас пытается защитить. Вы замечаете, какой у нас хороший адвокат? Наверное, Резник отдыхает. Если что-то с нами не так, мы так защищаем себя. У нас везде такая защита. Это прямо Оксфорд какой-то. Но вы знаете, когда приходит момент, людей когда защитить, все-таки покрыть, все-таки понять, что человеку было тяжело, может быть, что-то было в нем такое, что... И вы знаете, в этот момент включается очень страшный судья. Мы осуждаем других так красиво, а вот себя родненького никогда. Вот нам нужно понять одну вещь, дорогие мои, нам нужно местами поменяться. Нам нужно поменять местами. Нам нужно осуждать себя, а других покрывать. Это есть путь Божий. Аминь, дорогие мои. Иисус однажды делает резкое заявление, и мы будем в этой проповеди, в этом местописании должны получить одно откровение. Если ты сегодня получишь серьезное откровение о том, насколько опасно для тебя это действие, я думаю, что в твоей жизни многое изменится. Однажды, сидя с учениками, Иисус говорит такие слова. Луки 17:1-5. «Сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти соблазном». То есть, чтобы вы понимали, это слово также, оно в переводах есть обидом, да, а греческое слово это скандалон, да, напоминает что-то? Скандалон. Но горе тому, через кого они приходят, лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил или обидел одного из малых сих. И здесь он говорит, наблюдайте за собою. Поверни соседу и скажи, наблюдай за собою. Вы знаете, мы очень часто наблюдаем за соседом. Мы наблюдаем за соседом. Но Библия Иисус говорит, наблюдайте за собой. Вот здесь все начинается. И если же согрешит против тебя брат твой, вот это слово надо запомнить хорошо. Выговори ему. Скажи, выговори ему. И если покаяться, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз обратится и скажет, каюсь, прости ему. Апостолы Господу сказали, умножь нас веру. Я хочу вас обрадовать, та же проблема была у апостолов. Они просто в шок пришли. Понимаете, что невозможно было евреям 12 человек рядом всегда, чтобы у них не были какие-то проблемы, терки, понимаете, да, дорогие мои? Всегда эта проблема была. Абсолютно все согрешили, никто не может себя вести так, чтобы никого не обидеть. Поэтому я хочу тебе сказать, к сожалению, ты обязательно кого-то обидишь. Обязательно. Вы понимаете, Бог об этом знает, хочешь ты или нет. Невозможно не прийти обидам, и мы сможем... обидеть кого-то, но вы поймите, Иисус говорит, даже написано, об Иисусе соблазнялись. Представляете? То есть Иисус обижал. Иисус обижал кого-то. Вы знаете, что они даже обижались. И теперь вот нужно вопрос задать, что нам теперь делать? Всем жернов одеть на шею? Я когда был в Израиле впервые, я увидел этот жернов, мне страшно стало. Вот такая бетонная тема,
вот такой толщины. И вот такая маленькая дырка, как раз как шея помещается. Вы знаете, если одеть человеку этот жернов, да, бетонный, варианта нету выплыть. Ты сразу на дно идешь. И здесь один обидел другого. И вот вопрос нам нужно понять, кому повесить мельничный жернов. Это страшное слово. Знаете, Господь говорит, наблюдайте за собой. Если брат согрешил, войди и выговори ему. И в контексте смысл слова звучит так, что если человек, который не выговорил, он попадает в этот скандалон, он превращается инструментом обиды, он начинает сеять обиду про этого человека, он начинает сеять другим людям. И в этом случае он становится фактически капканом у сатаны. И человек начинает говорить людям постоянно о других людях. Если ты не выговорил, ты попадаешь в эту группу обиженных, которых называется скандалон. И это страшная ситуация. Потому что с этого момента небо над тобой закрывается. Твоя карьера заканчивается. Ты прекращаешь заниматься бизнесом, ты прекращаешь заниматься служением, у тебя работа закрывается. Как каждый раз, когда ты сидишь и вот от нечего делать, начинаешь в Васе говорить плохие вещи о другом человеке, ты фактически попадаешь в этот скандалон. Ты попадаешь в капкан сатаны. Вот понимаете, нет никакого смысла. Господь хочет сыновей, Он не хочет врагов своим детям. И Матфея 5:9, он говорит, блаженны миротворцы, ибо они наречены будут сынами Божьими. Послушайте, настоящие сыновья всегда ищут мира. Если ты хочешь, чтобы все было хорошо, ты должен искать мира. Рабы ищут вражды. Ты в любом случае, что бы это ни произошло, ты стараешься быть миром. Я тебе скажу, что, дорогие мои, мое самое худшее состояние, открываю секрет, самое худшее состояние, с кем-то я в конфликте. Я могу по ночам не спать. Я не могу, я человек мира. Я должен с ним примириться. Я готов все отдать, но не могу жить в конфликте. Я не могу понять людей, которые в конфликте живут годами. Я не могу понять жены и мужей, которые говорят, мы с друг другом не разговариваем. Как можно друг с другом не разговаривать? Мужа и жены. Вы знаете, что это кошмар просто, это ад какой-то. Жить в одном доме, жить в разных комнатах, не разговаривать. И когда ты понимаешь, что у христиан это происходит, просто невозможно это поверить. Аминь, дорогие мои. Но вы знаете, конфликты, от конфликтов польза тоже есть. Польза тоже есть конфликтов. Знаете какая? Дело в том, что если мы любви все решим, то отношения только улучшатся. И мы больше узнаем друг друга. Если мы правильно поговорим, если мы поймем, вот ресурс от конфликта такой, что от него может прийти польза. Мы друг другом не поняли. Вы знаете, у нас с Олегом Васильевичем были моменты, мы друг друга не понимали. Да, мы встречались, мы садились, как нормальные люди, и слышали друг друга. Как ты почему так сделал? Потому-то, то-то, то-то. А ты? Потому-то, то-то. Все, брат мой, уже через 5 минут мы забыли, пьем чай, кофе, идем дальше. Живем дальше. Вы понимаете, что если мы это не сделаем, мы жить не будем дальше. Мы не сможем народ вести за собой, потому что мы попадем в этот скандалон. Мы начнем друг про друга говорить плохие вещи. Аминь, дорогие мои. Слава Иисусу Христу, что это есть. Для этого мы должны убить всякий эгоизм и быть настроенным постоянно прощать и восстанавливать отношения. Скажи аминь на это. Ты должен быть настроенным постоянно прощать. Скажи, постоянно прощать. Христианин должен постоянно прощать. Скажите, пожалуйста, Бог нас постоянно прощает или когда у него настроение? Вы знаете, любой момент, день и ночь, Господь, прости меня, и ты чувствуешь, Дух Святой сошел. Ты должен быть настроенным на прощение постоянно, дорогие мои. Люди, которые не выговорили, уходят с церкви, они ищут идеальную церковь, которую не найдут ни на небе, ни на земле, потому что они туда не придут. Вы меня слышите? Люди, которые уходят с церкви с обидами, и они распространяют ложь про пастора, про других людей, послушайте, они никогда не найдут свою церковь. Никогда. Они будут ходить везде, я знаю таковых. Они будут ходить 20 лет. Знаете, все, что нужно было, прийти и сказать, пастор, я хочу выговорить, ты меня обидел один на один. И когда ты идешь, ты должен уже быть готовым к тому, что ты его простишь по-любому. Вы знаете, то же самое должен быть он. И мы немного поговорим, увидим, как Господь хочет, чтобы мы поступали, когда нас обидели, когда мы обижаем. Послушайте, в преступном мире, кто-то, если был в криминале, знает, что самое плохое слово – это обиженники.
Обиженники. Вы знаете, это страшное слово, потому что сначала приводит тебя к обиде дьявол, а потом спускает тебя до плинтуса. Ты становишься никем. И дьявол это знает. И он хочет, чтобы в Царстве Божьем было много обиженников. Знаете, они ходили, говорили, бунтовали, и ты сразу чувствуешь этот дух, знаете, дорогие мои друзья. Поэтому нам нужно победить эту ужасную вещь, как обида, и Господь дал нам сильный ключ, который мы видели на этом видеоролике, называется прощение. Аллилуйя! Он дал нам сильнейший ключ, который называется прощение, чтобы мы никогда не попали в капкан дьявола, чтобы мы всегда были в свободе и в силе. И Иисус говорит такие слова, мы сейчас посмотрим, как нам поступить, если тебя обидели? Да? Посмотрим, что говорит наш царь. В Матфея 18 главе написано, «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди обличи его между тобой и им одним». Скажи, им одним. Аллилуйя! Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Вы знаете, что мы почему-то начинаем с последнего, начинаем говорить церкви. Церковь, заметили, там последнее. Если человек уже неугомонный, прямо опасный, никого не слушает, одного, второго, третьего, ты все делал, ты все хотел, но он не хочет. И вот в этот момент, когда ты уйдешь пастырю, уже если не такая страшная ситуация, то уже приходится в церкви говорить. Но мы приходим, говорим, представляешь, этот брат что сделал. Вы знаете, в этой церкви есть люди. В этой церкви есть люди, которые однажды попали грех, блуд. И этот человек был слушателем. Знаете, это было очень давно, до Олега Васильевича. После Олега Васильевича такие вещи не происходят. Человек попал в блуд. И он пришел ко мне, говорит, пастор, я попал в блуд. Вы знаете, я уверен, что про это никто не знает. Я просто сейчас не скажу это кто, конечно. И этот человек, когда пришел, мне это сказал, я сказал, никто об этом не должен знать. Пойдем на колени, станем, покаемся. Мы покаялись, мы помолились. Этот человек очень быстро восстановился, и он дальше продолжил служить. Вы знаете, никто об этом не узнал. И Бог сказал, ты молодец. Вы знаете, иногда пастора выходят прямо в церковь и говорят, этот брат сегодня согрешил грехом блуда, и послали его в пустыню на 5 лет. Вы знаете, а где написано это? Если он согрешил против тебя, написано, иди, пойди. Ты за то, чтобы человеку было плохо или человеку было хорошо? И вы знаете, здесь слово, которое христиане очень путают. Я хочу, чтобы вы получили сейчас откровение. Там написано, пойди, обличи. Да? И вот слово написано именно обличи, а не осуди. Я хочу, чтобы вы знали, в чем разница. Обличение от осуждения. Есть очень хорошая разница. Обличение, это означает, когда ты обличаешь человека, ты хочешь пользу человеку и хочешь помочь ему выйти из его проблемы. То есть он против тебя согрешил. Значит, у него есть проблема, нет? Есть, да? У него же проблема. Вот пока у тебя проблемы нету. Вот я согрешил против Ашота, у меня проблема, у Ашота пока нету. Вот если Ашот хочет, если Ашот мыслит и говорит, слушай, я никому не буду это открывать, я пойду один на один поговорю, мне нужно Володе помочь, чтобы он покаялся, пришел в себя, восстановился. Вот если человек приходит ему сказать, дабы помочь ему, это обличение от Бога. Это нормально. Ты с братом пообщался от души. Но знаете, что такое осуждение? Осуждение делается для того, чтобы унизить и оскорбить другого с целью возвысить себя. И это очень нравится дьяволу. Очень нравится дьяволу. Если вы хотите, чтобы нравились дьяволу, тогда осуждайте людей с целью унизить их, чтобы поднять себя или еще что-то. Аминь, дорогие мои. Из-за того, что мы не готовы обличить, мы готовы осудить, мы идем, не выговариваем, и начинается у нас проблема. Вы знаете, два варианта происходят. Либо начинаем осуждать за спиной, что еще хуже. А в современном мире, я смотрю, сейчас люди используют сети. Вы знаете, имеет обиду, не пошел, не выговорил, попал в капкан, что делать? Рядом людей нету, кому-то надо рассказать. О, Facebook, аллилуйя. И пошло. Вы знаете, я молился, я получил такое откровение. Кто так делает, это трус. Трус. Это реальный трус. Я вам серьезно говорю. Я конкретно получил у Бога, кто это люди? Он сказал, они трусы. Представляете, человек должен просто прийти,
он должен прийти, сказать Ашоту. Люди знают, что у него с Ашотом проблема, с единственным с Ашотом. И в Фейсбуке такие страницы пошли, прямо дух сразу мутится. И ты понимаешь, что это все направлено Ашоту. Только Ашота не видно там. И все поняли, кроме Ашота самого бедного. Вы понимаете, дорогие мои, это трусость. А чаще всего, когда ты начинаешь разбираться, потом оказывается, что совсем не было так, как ты думал. Вы знаете, сколько раз дьявол меня пытался грузить насчет моих друзей. Вот они такие, такие, такие. Потом я начал узнавать, все это было ложью. Послушайте, нужно просто поговорить. Нужно просто поговорить, собраться, собраться смелости. Прийти и сказать, послушай, что мне делать? Ты меня обидел. Аминь, дорогие мои. Но если мы этого не делаем, мы начинаем осуждать. И Павел говорит такие слова Римлянам 14 главе. А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христова. Аллилуйя! Ибо написано, живу я Господь, Господь передо мною преклонится всякое колено, всякий язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Аминь! Вы знаете, там не получится, что на суде скажешь, что брат согрешил, поэтому я так поступал. Ты за себя будешь отвечать, а брат будет отвечать за свой грех. Просто вопрос в том, что брат за этот грех давно уже покаялся. А ты нет, ты дальше осуждаешь. Ты будешь отвечать за себя. Очень важно, дорогие, не слушать сплетни и осуждения на людей. И просто задай вопрос человеку. Ты говорил ему в лицо об этом? Если когда кто-то начинает тебе говорить о ком-то, ты скажи, ты говорил ему в лицо об этом? Ты говорил лицо ему об этом? Если нет, скажи, а можем включить громкую связь и прямо сейчас втроем поговорим. Ты, я и он. Выговорим ему и попробуем решить этот вопрос. Если нет, то скажи, чтобы пошел и поговорил с ним. Дорогие мои, никогда не слушайте обидчика. Слушая и принимая осуждение, мы становимся частью осуждения и попадаем тоже в капкан. Аминь, дорогие. Если ты попал в конфликт, то нужно понять, как же мне оттуда выбираться сейчас. Если у меня есть проблема с человеком, и надо понять, что ты будешь давать за себя, дорогие друзья, отчет. И надо пойти к обидчику. Вот я хочу вам несколько вещей сказать перед тем, как пойти к обидчику. Вот сейчас у кого есть обидчик, я вам говорю сейчас. Вот у кого-то есть обидчик, он его обидел, у вас вопрос не решен. Первое, перед тем, как пойти к обидчику, надо подготовить себя миловать. Ты должен быть готовым, что в любом раскладе я его прощу. Почему? Потому что Бог нас простил. Да, достаточно этого? Второе, подготовиться прощать. Помиловать и прощать. В принципе, это одно целое. Помиловать и прощать. И думать перед тем, как идти, как же ему помочь? Как же ему помочь? Ты не просто приходишь разобраться с ним. Ты еще думаешь, как же ему помочь восстановиться, потому что он в проблемах находится. И только тогда ты сможешь с любовью обличить брата один на один и приобрести брата. Иакова 2.13 говорит, для тех, кто не проявляет милость, суд тоже будет без милости. Милость превыше суда. Если не будет милости, то ты осудишь Божьего дитя и попадешь в эту зону скандалона. И станешь разносчиком в капкане сатаны. Все услышали? Про этого человека говорит Иисус, лучше одеть на жирного. Посмотрите, что говорит 16.28 притчи. Человек коварный сеет раздор и наушник разлучает друзей. Посмотрите, что говорит Божье Слово. Сеющих раздор Бог называет коварными. Послушайте, если ты говоришь о ком-то другому человеку, ты сеешь раздор между людьми, и ты коварный перед Богом. Представляете, о каких благословениях может идти речь? Бог говорит, ты коварный человек. Коварный. Знаете, обидчик непременно начнет сеять негатив об этом человеке и, вы знаете, приумножит во сто крат. Приумножит во сто крат. И этим самым он станет руками дьявола. Поэтому Иисус говорит также, что делать, если обидел кого-то ты. Мы поняли, да? Если кто-то меня обидел, я встаю, иду, выговариваю один на один, общаюсь, прощаю, милую, говорю, чем тебе помочь? Можешь деньгами благословить его, вообще будет хорошо. Такой контрольный выстрел в голову называется. И закончить разговор, тебе нужно освободиться. Но если что делать, если ты обидел кого-то? В Матфея 5 главе написано, итак, если ты принесешь дар твой жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником,
пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди принеси дар твой. И главное тут понять, в чем тебе покаяться. Всегда можно найти за то, что покаяться. Вы знаете, вот это слово, когда ты идешь к человеку и говоришь «прости меня», когда ты говоришь «прости меня», этот человек понимает, что он для тебя ценен. Аминь или нет? Когда говорит «прости меня, если я тебя обидел, я не хотел», он говорит: «да ты даже не знаешь, что ты со мной сделал, скажи, пожалуйста, еще раз». И когда он начинает рассказывать, ты говоришь: «вау, слушай, я даже не представлял». Вы знаете, что мы можем кого-то обидеть, сами не понимая. Для тебя это очень нормально, а для него это ужас. Он может годами на тебя обиду держать скрыто и не говорить. Поэтому нам нужно разобраться, внутри нельзя чего держать. Понимаете, дорогие мои? Не ищи его неправоты. Ты просишь прощения за то, что, понимая или не понимая, его обидел. Попроси прощения у человека, дорогие мои. И, конечно, надо сказать, что ты его прощаешь за все, что ты имел на него также. Потому что ты слышал, да, что он про тебя говорит, и ты про него говорил, он про тебя говорил, и вот этот кошмар продолжался, и ты приходишь и говоришь: прости, пожалуйста, за то, что я тебя обидел, и прости меня, что я думал плохо о тебе, когда я слышал, что ты про меня говоришь. Вопрос должен закрыться, понимаете, дорогие мои, и ты должен поставить эти усилия. Вы знаете, у меня с моим братом, да, была сложная ситуация. С родным братом долгие годы он имел на меня обиды. И каждый раз, когда мы появлялись за столом, мы цеплялись, какой-то спор. Я не мог понять, в чем дело. У него была обида, а я даже не понимал, о чем идет речь. Однажды он мне сказал: так вот, ты то-то, то-то, ты мне не помог, трудное мне время, да? Я в этот момент не мог помочь ему и так далее. Но он принял эту обиду долгие годы. И вы знаете, однажды Господь просто мне сказал, как с ним поговорить. Я просто позвонил и сказал: прости меня, что я, не понимая, тебе причинил боль тогда. Если вернуть время обратно, я бы поступил бы иначе. И мы паузу поймали, мы чуть-чуть прослезились, мы поговорили, мы помолились. И вы знаете, что произошло? Наши отношения стали тысячи раз лучше, чем были. Просто поговорили. Прости меня, что я тебя обидел. Я даже не представлял. Аминь, дорогие мои. И вот вы можете здесь сказать распространенное, что происходит порой: а если я попросил прощения, но человек не прощает меня? Вот я попросил, а человек не прощает. Я скажу, тогда он попадает в эту ловушку под именем скандалом. Ты свою часть сделал. Если человек не простил тебя, ты говоришь: прости меня. Он говорит: я тебя не прощу. И еще что-то, он опять попадает в скандалом. И в этом случае, как говорит Писание, надо отклоняться от объятий какое-то время. Надо какое-то время отклоняться. Не надо бежать: ой, еще раз прошу, прости меня. На ноги падать. Нет. Просто начинайте благословлять. Я благословляю Васю. Благословляю Васю. Вы знаете, в моей жизни были люди, которых я очень был огорчен. И я полгода благословлял этого человека. Я уже устал его благословлять, чтобы избавиться от него. Вы понимаете, дорогие мои? Человеком невозможно было общаться. Олег Васильевич смеется, наверное, уже догадался, кто это. Ладно, это другая тема. Полгода я благословлял и благословлял, и благословлял, и благословлял, 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 пока вдруг почувствовал, что все, нет обид. А знаете почему? Из-за одного источника не могут бить две канала. Или проклятия будут, или благословения. Я благословлял, чтобы сам благословиться, освободиться, и не дай Бог попасть в эту ловушку сатаны. Аминь, дорогие мои друзья. Мне нужна свобода. Я не хочу быть в капкане, я не хочу, чтобы дьявол диктовал, я не хочу, чтобы дьявол уничтожал мой бизнес, я не хочу, чтобы дьявол уничтожал мое служение. Я хочу свободу! Аминь! Я хочу свободным, и поэтому я встаю и говорю: аллилуйя, Господь! Благодарю, что ни одного врага не имею, и всех люблю и целую, и всех обнимаю. Идите ко мне, все враги, у меня есть стол для вас. Шашлыки, рыба, все что угодно. У меня нет врагов. Почему? Потому что я его благословляю их. Я их благословляю. Я иду к ним, просто беру трубку и говорю: прости, брат. Аминь, дорогие мои. И вы знаете, если мы этого не сделаем, будут большие проблемы. Ты можешь благословлять или проклинать. Поэтому сегодня Бог мне передал вам это сказать. Я чувствую, что есть люди, которые имеют обиды на кого-то сейчас здесь. Я чувствую, что вы находитесь в этом капкане. Я чувствую, что вы запрещаете себя о ком-то говорить, но все равно опять выходит. Дорогие мои, не обманывайтесь, есть обида. Есть обида. Поймите, обиды нету только тогда, когда спокойно видишь и говоришь: брат, приди, я тебя поцелую. Обнимаешь и целуешь его.
Вот если не можешь, если ты устраняешься, делаешь вид, как будто его не видишь, или при воспоминании тебе плохо становится внутри, есть обида. Есть возможность, пойди выговори и примирись. Если нет возможности, он не хочет, не примиряется, благословлять начинай его, пока один день у вас конфликт не закончится с ним. Вот тогда ты будешь всегда свободным. Поэтому, дорогие мои друзья, пришло с другим посланием, Бог мне это сказал. Сегодня мы видели человека, который простил убийцу брата. Разве может быть хуже еще что-то? Вы готовы простить убийцу вашего брата? Вы знаете, мы даже не то, что убийцу, а братьев иногда не готовы простить, которые рядом сидим, ломаем хлеб и имеем кровь Христа в венах. Аминь, дорогие мои. Не должно так быть, дорогие мои друзья. Поэтому грядет Новый год. Я хочу, чтобы мы сейчас помолились, давайте встанем. Освобождение. За освобождение. За освобождение, дорогие друзья. У вас великое будущее. У вас есть великое будущее. Но освобождение нужно. Освобождение вам нужно. Я хотел бы помолиться за людей здесь. Не надо стесняться, дорогие мои. Хоть спотею, хоть что, я буду молиться. Я хочу, чтобы люди освободились здесь. И не надо стесняться. Если у тебя есть человек, который тебе причинил боль, и ты не можешь его простить, кто бы ни был, бывший муж, жена, дети, кто бы ни был, друзья, партнеры, кто бы ни был, хочешь, выйди сюда, я помолюсь. Если хочешь, на месте стой, но надо будет говорить его имя. Его имя сейчас. Надо просто провозглашать. Я благословляю Васю. Я благословляю Васю. Я отпускаю Васю. Я прощаю Васю. Я отпускаю Васю. Васю, кого сказать? А кого? Я благословляю Амбарцума. Благословляю Георгия, Майкла, Алекса, все имена мира. Благословляю всех людей. Я не буду в капкане. Я не буду в ловушке сатаны. Я благословляю, пожалуйста. Обещайте мне сделать кое-что. Когда придете домой, отправьте этому человеку от 500 рублей и выше. Ну, совсем стыдно будет от вас. Придите домой, отправьте 500 рублей ему или 1000 рублей. Скажи, я благословляю тебя. Вот пришло на сердце благословить. Я хочу преддверии Нового года закончить. Хочешь, еще отдам? Только прости меня. Прости меня, и я прощаю тебя. Если вы за кого-то говорили, позвоните, скажите, я говорил за тебя. Я отрекаюсь от этих слов. Я больше не буду говорить. Я буду говорить только о своей теще, больше ни о ком. И то слова любви. Какая у меня классная теща. Аллилуйя. Аминь, дорогие мои. Нам не нужно попадаться в сатанинские руки. Поэтому Иисус говорит, если ты не пойдешь, если ты не выговоришь, горе тебе. Лучше бы одели бы жернов и бросили бы тебя в море. Да не будет таких людей в этой церкви. Да прославится Бог через вас. Если кто-то хочет, может выйти. Если кому-то очень тяжело просить, можете выйти сюда. И не надо стесняться. Если нет, тогда на месте провозглашаем, молимся сейчас. И Божий Дух здесь.